Добрый день! Я рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня у нас 30 августа, и мы начинаем массово собирать томаты. Спелые, неспелые, молочной спелости, скажем так. Вот, потому что у нас впереди грядет череда дождей и резкое похолодание. Будет воскресенье. То есть 1 сентября, как обычно, школьники идут. И всегда прохладно, я даже сама помню по себе, что вот, например, с 31-го будет, может быть, жарко, а 1-го будет обязательно холодно и дождь. Но дождь вот сейчас уже накрапывает, поэтому нам надо ускориться. В этом видео я вам расскажу о своем эксперименте над томатами, который я решила провести в этом сезоне. То есть посадил и забыл из серии. Вот здесь, значит, разные сорта у меня. Вот этот сорт называется непосынкующийся, ну, который сам за себя говорит. Это я серьезно говорю, я ничем их не подкармливала, ничего. Вот как они есть, так и есть. Вот здесь они какие-то, я не знаю, какой сорт. Да, минуточку. Вот. Ну, по-моему, это похоже, как обские купола. Наверное, я пересортицу тут немножко устроила. Вот. И быстренько я вам вкратце покажу. Они, в принципе, тоже растут сами по себе. И вот этот сорт называется снегирь. Очень-очень хорошо проявил себя. Я его возьму к себе на выращивание на будущее. Плоды очень-очень хорошие. Посмотрите, они как яблочки. И он обильно-обильно плодоносит. Посмотрите, тут не сосчитать, сколько томатов. Очень много томатов. Посмотрите. Вот это все он. Прямо очень много. Вот здесь тоже он. И они спеют, несмотря на то, что тут и тень. И это, посмотрите, вот они. Вот, видите, какая красная помидорка. Очень хороший сорт. Рекомендуем. Снегирь. Не знаю, как по вкусовым. Вот, смотрите, какая прелесть. Ну. И это он рос, просто рос. И, как говорится, никто за ним ничего не делал. Вон, видите, какие яблочки. Прям яблочки. Хотя здесь у меня, вот смотрите, смородина. Тут, ну, солнце есть, конечно же. Но, тем не менее, мне понравился этот сорт. И я думаю, эксперимент нормально удался у меня. Вот мы убираем. Почему? Потому что, чтобы они не зафитофторили. Потому что уже вот-вот пошло-пошло немножко это дело. Вот видите, что? Долой это. Ну, сейчас мы быстренько все это уберем.